Будем мы иметь таких персонажей? Панталоны, капитан, доктор, как хозяева дома? Изабелла Лелио. А мы забыли показать Изабеллу Лелио. Сейчас быстренько мы посмотрим на Изабеллу. Да. А в той импровизации, которую мы будем делать после, еще будет два Дани, Агатина и Тадушина. Isabella, Lelio, Isabella, c'est toi? Oui, j'entends ta voix, mais je ne peux pas te toucher. Oh, il y a des loups, des gros loups. Oh, il y a des gros loups. Ah, mais moi aussi j'ai peur. Isabella, tu es là. Oh, Lelio, tu es là. Oui, je suis là. Je te vois pas. Mais non, mais moi non plus. Je sens que tu es proche. Ah, oh, c'est toi. C'est un loup, tu es dedans. Oh, oh, je te sens. Non, oh. C'est toi. Je ne suis pas sûr. Isabella, c'est toi. Oui. Oui. Bonjour, Isabella. Isabella, t'es poilue! C'est bizarre! Tu sens le mus? Ah oui? Oh oui, mon grizzly! On va dire dedans! Oui? Isabella et Lelio, voilà, Isabella et Lelio,
Маленький вопрос, как ты себя чувствуешь вообще в этой импровизации? Это поэтично. А ты ром вообще не дал? Ты ром Марвея. Именно ощущения какие под вас. Наверное, ограниченное какое-то пространство, где мы можем Я в любом случае вас не поздравляю.
вас всех поздравляю с днем рождения. И никуда вам от этого не деться. Они с удовольствием приведут Спасибо.